Попала прямо под колеса. Сегодня утром на улице Николая Петрова 43-летний мужчина за рулем Toyota Ipsum на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку с травмами. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. Госавтоинспекция Республики Бурятия призывает водителей транспортных средств снижать скорость движения, подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и образовательным учреждениям. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть в строго установленных местах. Убедитесь, что все транспортные средства остановились перед пешеходным переходом и готовы вас пропустить. Только после этого продолжайте движение. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. 67-летнюю женщину и 53-летнего мужчину тоже сбили на пешеходном переходе, но уже на улице Тулаева утром 18 мая. Пенсионеры были доставлены в больницу, а вот виновник ДТП, 73-летний водитель Toyota Mark II, предпочел скрыться с места происшествия. В ходе оперативно-поисковых мероприятий был установлен водитель данного транспортного средства. Им оказался 73-летний мужчина, который, как пояснил, что просто растерялся и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По решению суда мужчине назначен 1 год лишения права управлять транспортным средством. Грузовик в смятку. Еще одно ДТП произошло сегодня днем в Тарбагатайском районе на федеральной трассе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ФАВ выехал на встречку и врезался в Isuzu Forward. Оба водителя остались живы и были доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняются. А эта авария произошла сегодня утром в центре города. На проспекте Победы дорогу не поделили сразу 3 автомобиля. Toyota Corolla Axio врезалась в припаркованный автобус, следовавший за ней. Филдер не успел среагировать и в итоге въехал в Toyota. Чудом обошлось без пострадавших. Екатерина Листратова, Алексей Жилин, новости дня.